Курочка с чесноком, утка с яблоками и оливье. Главные блюда, которые будут присутствовать на праздничном столе первоуральцев. Ну а пока горожане приводят в праздничное убранство квартиры и готовят подарки. Мы хотели бы утку с яблоками приготовить. Хотелось бы, вот если получится, успеем все сделать. Деревенская еда, там манты, шманты, пельмени, там плов сделаем. Там. Порядок в квартире, весь мусор, все, чтобы по-новому было, чисто, приятно. Пока первоуральцы в суете готовятся к празднованию, жительница Асбеста приводит в новогоднее убранство свой дом. Для нее 2016 год станет уже 88-м. За это время многое поменялось, говорит Мария Георгиевна. Но наряжать елку накануне праздника в ее семье неизменная традиция. Я Новому году, каждый Новый год, я все радуюсь этому и ставлю елочку маленькую, наряжаю его. Ко мне приходит семья в гости. Маленький уже есть правнук. Эта маленькая елочка нынче отмечает 55-летний юбилей. Сейчас на красавице покупные украшения. А раньше, вспоминает хозяйка, и елка всегда была настоящая, и игрушки делали всей семьей. Помню те годы, когда еще телевизоров не было. Еще в семье мы жили. Тогда мы все... сами для себя. То стихотворения какие выучим, рассказываем у елочки, песни пели. Мария Георгиевна вспоминает, что готовили всей семьей и собирались за праздничным столом для того, чтобы пообщаться с друг другом. А теперь все по-другому. Настоящего, живого общения стало меньше, считает пенсионерка. Но Марии Георгиевне грустить некогда. Дел перед Новым годом, как всегда, много. Нужно прибраться дома, приготовить подарки близким, которые придут в гости 1 января. Александр Перминов, Екатерина Кузнецова, Сергей Шемет, Интера ТВ.